дети окунаются вот в такую атмосферу студенчества, они понимают после своего класса, после своей школы, да, где там, ну, на классиках 10-20 человек, такое большое количество студентов, и они уже представляют, какая их ждет жизнь. Вот. Я считаю, что это очень полезное мероприятие. Выпускнику Ульяновского педагогического вуза открыто множество дорог. Здесь готовят не только специалистов-педагогов. Кого еще легко узнает любой абитуриент, обратившись к университетскому сайту или посетив день открытых дверей. За моей спиной полное фойе наших потенциальных абитуриентов. Для них подготовлена интересная программа. Программа связана и с научными квизами, и с интеллектуальными играми. Конечно, со знакомством с факультетами профильными. Будет встреча с деканами, со студенческим активом, знакомство с нашими новыми площадками, которые связаны с технопарком универсальных педагогических компетенций. День открытых дверей – отличная возможность получить максимум информации об актуальных специальностях из уст тех, кто почти в полной мере овладел преподаваемыми знаниями. Анастасия учится на 4-м курсе, свой выбор сделала в пользу естественно-географического факультета. Именно мы, именно педагоги, учим детей, именно мы показываем этот мир, особенно я могу сказать за свой любимый естественно-географический факультет, и потому что на нем мы рассказываем, насколько же прекрасна наша природа, сколько много нового и удивительного есть в нашем мире. Помимо педобразования в вузе есть более 10 направлений. Среди них журналистика, управление персоналом и юриспруденция. На факультете права экономики и управления можно потом устроиться в любые правоохранительные органы нашего региона и не только. Здесь дают попробовать себя в абсолютно совершенно разных профессиях. Здесь можно уже с первого курса побыть и солдатиком, и вот таким вот солдатиком, и юристом можно побыть. Наши ребята в наше время мало представляют, кем они хотят быть на самом деле. И именно поэтому надо давать им возможность посмотреть как можно больше профессий, для того, чтобы у них было больше представления о мире взрослой жизни, и впоследствии они могли найти то, что им по душе. День открытых дверей – это отличная возможность для абитуриентов посмотреть и узнать что-то новое, посмотреть, куда они вообще хотят поступить, узнать намного больше о месте, куда они хотят, где они хотят учиться. Собственно, я поэтому здесь оказалась сегодня.